Сыгарданов, Симуловский Илья, Чалов. 18-летние таланты российские гонщики из Балакова, из клуба «Турбина», которые нам прекрасно известны, конечно же, еще по временам чемпионата Союза. Многократный чемпион Союза, как говорится. Ну, может быть, Чалов, конечно, это не воспитание. Левушкина, но то, что Левушкин в свое время заложил Балакова, это все продолжается. И сначала же, конечно же, продолжение за лидера российского спидвейного тренера Левушкина, это без сомнения. Высшая года, чемпион, вице-чемпион, года аудитория, третьего, человек, мотоблация и тварь. Удали рисаж, но полота повышена, передалась от чемпионства года работа. Вид, Игорь, Свекс, Пилса, Свицина, Сиарис, Дубчинскис, он Александрис Мискис. Александр Мискис, я не Дубчинскис, буду поздравлять призеров и чемпионов мира. Это очень подробно в 2013 года. Начинаем с юниоров. Начинаем с юниоров. Третье место, бронзовая медаль, Илья Чалов! Чемпион Латвии 2013 года Тимо Лахти! Уже совсем скоро, 7 числа в Дании.
Projekt izdarās atšķirdo žinādā Latvijas līdzišķi 13. Goda. Timo Lāšķi, Maksimā Dārā, Timo Lāšķi! Latvija, 26 dienas, Rīta Mirovas pirmdienas, 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 Rīta